Провокационное заявление МИДа Армении обсудим с нашим гостем. На прямой связи со студией общественный деятель Шамиль Тагиев. Шамиль Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Заявление МИДа Армении, бойкотировавшей мирные переговоры, свидетельствует о намерении использовать этот инцидент как предлог, чтобы снова нанести удар по усилиям по возобновлению переговоров. Как долго еще азербайджанская сторона будет наблюдать такую провокацию и нежелание армянской стороны сделать шаг навстречу к миру? Вы знаете, вот те события, которые происходят в последнее время, особенно после 44-дневной войны, немножко дают такое понятие именно внутриполитической ситуации в Армении, что там на самом деле двоевластие, потому что те заявления, которые заявляет премьер-министр Армении о признании территориальной целостности, а также о готовности подписания мирного договора, и те заявления, которые внутри страны уже заявляются со стороны некоторых армянских ответственных чиновников, они друг с другом кардинально противоречат. Поэтому и исходя из этих заявлений, все, что сказано со стороны армянских политиков, чиновников, нельзя воспринимать всерьез. Потому что, с одной стороны, они говорят, что утверждают, что Армения признает территориальную целостность Азербайджанской республики, также призывает Азербайджанскую республику также признавать ее территориальную целостность. А с другой стороны, те события, которые происходят на территории Азербайджана по установлению мира, согласия, а также по монтажу, возобновлению контрольно-пропускных пунктов на территории Азербайджана, почему-то беспокоит армянские власти, а также общественность. И, соответственно, после вчерашних событий, когда вот все эти события с установлением пропускного пункта начали происходить, мы начали следить активно за заявлениями уже бывших членов Минской группы ОБСЕ по Карабаху, по армяно-азербайджанскому вопросу. И, соответственно, когда мы увидели заявления как Франции, также и Соединенных Штатов Америки, для нас уже было понятно, что все маски сорваны с этих представителей бывших ОБСЕ. Сегодня же вот посол Соединенных Штатов Америки, она посетила близ границы, близ армяно-азербайджанской границы, и заявила о том, чтобы они надеются на то, что Азербайджан передумает устанавливать эти пропускные пункты и так далее. Ну, вместо того, чтобы поддержать Азербайджан в стремлении к миру и согласию, ну, мы видим, что опять те западные страны, которые были причастны к так называемому установлению мира в Карабахе в течение 30 лет, они снова заинтересованы в конфликтной ситуации. А то, что происходит сейчас на территории Азербайджана, мы, как азербайджанцы, проживающие за границей, за пределами своей исторической родины, конечно, мы приветствуем. И будем надеяться, что уже в течение года все эти события закончатся уже с концами и больше не повторится. И то, что вчера произошло, на самом деле для нас, мы это восприняли как фактическое установление суверенитета страны. Потому что пока не было вот этого погранпункта и не устанавливались вот эти пограничные отношения с соседней страной, соответственно, нельзя было говорить о полноценном установление суверенитета, вчера была поставлена фактически точка. Шамиль, вот как вы и заметили, реакция Запада не оказалась, то есть вот на эту ситуацию, хотя провокациями Армения исказила опять вот известное решение Международного суда ООН. И отсюда возникает вопрос, есть ли какие-то способы, чтобы привлечь международную общественность к такой подрывной деятельности Армении? Вы знаете, мы привыкли видеть в течение 30 лет двойные стандарты международных организаций, когда, например, происходили террористические акты нападения со стороны вооруженных формирований на территории Азербайджана, это армянских вооруженных формирований, как международные организации к этому реагировали. Мы видели во время 44-дневной войны, как международные организации, как западные некоторые страны
воспринимали те события болезненно, так как в этой войне Армения проигрывала, и, соответственно, сидеть и ждать от них справедливого решения, я думаю, что азербайджанским властям не стоит. Азербайджанские власти, азербайджанская страна, государство, республика делают все так, как надо, и я думаю, что в этом направлении ей надо двигаться, а не смотреть на западную окошку и ждать оттуда какую-то реакцию. Еще вот, Шамиль, буквально вот вчера в Ереване вновь сожгли флаги Турции и Азербайджана. Это, ну, очередная провокация и нежелание идти на мир. Получается, вот это двоевластие, о котором вы говорили в ответе на первый вопрос, как-то вот влияет на позицию Армении, где в официальных заявлениях говорится, что они хотят мира, а на деле мы видим подрывную деятельность и провокации на границе и нежелание идти на мир. Вы знаете, вот события с этими флагами, это уже, скажем так, войдет в историю Армении, в современную историю, потому что кроме так, как сжигать азербайджанские флаги и танцевать на бывших уже оккупированных территориях Азербайджана, армянской власти с дня своей независимости ничего не добилась. И, соответственно, все, что происходит на территории Армянской Республики, она остается на территории Армянской Республики, и она нацелена на тех людей, которые живут на этой территории. И, соответственно, мы со стороны именно, если это будем анализировать, если к этим вопросам будем относиться болезненно, но у нас времени не хватит на все эти события. Ну, азербайджанская страна двигается в направлении процветания и развития, и все эти провокационные события ничего не может изменить в цели и устремления Азербайджана. Благодарю вас, Шамиль, за ваши ответы. Я напоминаю, что на прямой связи со студией был общественный деятель Шамиль Тагиев.